Здравствуйте, вот я нахожусь у моей подруги Олеки, вы про нее уже все слышали. Вот такие вот у нас тут птички, это ее веранда. И я хочу показать вам ее орхидеи и какие-то орхидеи, которые я отдавала Олеке. У нее хорошая рука, вот посмотрите, эту орхидею ей отдали на реанимацию. Как вы видите, орхидея прекрасно себя чувствует. Здесь у нас вот такой вот сад. Если кто-то помнит мою котлею, вот эту вот, очень яркое солнце у нас, я ее тоже отдала Олеке. И посмотрите, как прекрасно она цветет. Я сейчас попробую против солнца встать. Вот, видите, какой цвет красивый. И цвет красивый, и невероятный запах. Пошли новые псевдобульбы. Прекрасно себя чувствует котлея. Просто великолепно. Здесь у нее маленькие вандочки. Вандочки тоже чувствуют себя неплохо. Как вы видите, растят новые корешочки. Здесь вот такое вот богатство из фаленопсисов. Тоже очень красивый фаленопсис. И вот такая вот стеночка из разных-разных орхидей. Вот один из пофилопедилумов, который я рассаживала. Он дал у нее маленькую детку. Вот с этой стороны видно? Дендробиумы, которые давала я, тоже хорошо идут. Единственное, у нас был один анцидиум, он не... По-видимому, не жилец. Вот такой вот маленький обзорчик из разных орхидей и разных растений. Очень яркое солнце, поэтому, может быть, и не очень хорошо видно. Спасибо.